Расскажи свое впечатление об игре. Впечатлений особо таких нету. Первый тайм играли, брат, почти моментов не было у нас, блин. Ничего не могли сделать, не знаю. Второй тайм более так сыграли, блин, нормально. Мои моменты были. Жаль, не реализовали. Вот угловой они забили гол. Ничего не могу добавить. Второй тайм значительно отличался от первого. Была ли какая-то дана установка в перерыве? Ну, уже там играли изо всех сил. Первый тайм просто тяжело было, жара была такая. Старались вроде. Твое мнение, что не хватило до победы? Немножко не хватило сил, мне кажется, блин. Ноги в уставе были, блин. Ну, и живое поле, мы не привыкли бегать. Чуть тяжеловато было немножко. А так, чуть везения, может быть, не хватило. В нашей команде мог бы кого-нибудь выделить? Ну, вот ребята с основы, которые стараются, выкладываются. Молодежь. Так, одного выделить не могу, то все выкладываются, желанием играют.